Всем привет! Привет! Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery. С вами я, Диана. Сегодня хочется попробовать что-нибудь такое новенькое, интересное. Значит, мне попался на ютубе канал. Честно, не помню, потому что мне надо смотреть. Неожиданно. И я вдруг увидела там, как делает он дандруф называется, да? Это когда капаешь, и идут от него вот такие полосочки. Ну, вот как цветочки, да? Цветочек, короче говоря, я не знаю, как он называется. И вот я хочу попробовать сделать. Так как он использует там силикон, а у меня силикона нету, и я решила попробовать сделать вот из ВД-40. Посмотрим, получится или нет. Так или иначе, конечно, мне нужно краску все равно использовать, поэтому я сейчас буду пробовать и экспериментировать. Так, я немножко размешала, потому что был густой. Сейчас я добавлю вот. Он не добавляет в белый, он добавлял это в другие, но я добавлю в белый цвет. Я потом ссылку скину и посмотрите. Я хочу попробовать. Просто это экспериментальное, просто чтобы посмотреть, как же это вообще действует. Сейчас попробуем. А может, что-то и получится, как говорят. Иногда не думаешь, а вот получается. Вот мне, конечно, шнур мешает тут. Но что делать? Уже скорее бы домой. Еще пока я здесь, никак не поедем. Надеюсь, скоро уже будем дома. Так, сейчас попробую. Все равно, мне кажется, густоватые. Но все равно попробую сделать. Густо. Густая краска все равно. Ну, если не получится такая, как я хочу. Ну, если не получится, потому что силикон нужно. Я буду это пробовать дома, потому что мне очень понравилось. Использует он там, значит, акриловую краску белую, да? Так. И он использует черный инкс, называется. Черный инк. Инкс. Вот что-то типа такого. Инк, короче. Поэтому будем пробовать. А что получится, посмотрим. Значит, смотрите, у меня есть вот такой инк. Черный я здесь купила. Не знаю, что, к чему. Так, ну, в общем, использует он черный инк. Попробуем сейчас мы тоже так же сделать, значит. Посмотрим, что получится. Сейчас мне вот жалко, что нету ничего, чтобы нормально тут поработать. Но ничего страшного, ладно. Так, вот я немножко, это много, наверное, скорее всего, да. Я немножко влила вот, инк. Жалко портить много. Вот, поэтому будем делать так. Сейчас попробуем. Значит, в этот инк я добавляю, вот сюда, в этот, значит, инк я добавлю, опять же, одну капельку силикона, ну, ВД-40, и добавлю, наверное, одну капельку. У меня есть спирт, он, правда, не 98-го, но одну капельку вот добавила
Нет, одну хватит. Одну капельку спирта, короче. Так. И посмотрим, что у нас получится. Так. Как-то вот так он делал. Посмотрим. Если это не получится, значит, мы будем делать что-то другое. Так, это у нас инк. Дальше. Что мы будем делать дальше? Давайте будем пробовать. Я сюда опять добавляю одну капельку. По одной капельке вот на каждую добавлю сейчас. Силикон ВД, ну это ВД-40. А уже дома буду пробовать, конечно, на настоящем силиконе. Сейчас примерно мы посмотрим, что получается. Ссылку на канал я вам выложу, и посмотрите, какая красота получилась у него. Вот у меня нету, конечно, силикона, но все равно интересно попробовать. И у него этот, у него спирт, по-моему, другой, там, ну, 99, наверное, скорее всего. Давайте. И теперь я добавляю по одной капельке спирта сюда. Посмотрим, что у нас получится. Вот две капельки вот в эту сторону. Давайте две сюда. И две сюда. Все. Так, ну и ждем. Вот этот ВД-40 не подходит. Попробуйте сделать из силикона, чистый силикон. Вот как я вам показала, капельку. Он у них получится. Я выложу ссылку, очень красиво получается, и вы заодно посмотрите. Вот здесь уже у меня получается. Но тут, видите, нужен все-таки силикон. Вот смотрите, но это нужно время, подождать немножко, значит, да? Вот. Посмотрите, как получается. Вот, это экспериментальное. Я просто попробовала. Так как у меня здесь нету силикона, значит, вы можете попробовать у себя сделать это. Видите, какая красота. И если правильно делать, то вот смотрите, даже я вот немножко растянула. И вот что у меня получилось. Видели? Вы можете посмотреть и сделать так, как вам нравится. Вот. Вот так будет получаться. Это из... Ну вот в белый цвет он не добавлял силикон, я добавила, чтобы попробовать. А вы уже экспериментируете сами. Называется дандруф, по-моему, как-то вот так. Так делают. Вот есть агат такой, камень, дандруф называется. Вот. Видели, какая красота получится. Так что попробуйте дома, проэкспериментируйте и посмотрите, как это будет. Это у нас инкс. Значит, вот это инкс черного цвета был. Спирт. Если есть 99, то тоже подойдет. И так, как я вам показала. Вот. А дальше сейчас буду делать, конечно, здесь что-то другое. Поэтому пока-пока, до новых заливок и экспериментов. Я выложу обязательно этот ссылку на канал, где я это видела. Все, удачной заливки всем!